Расследование ситуации под личный контроль взял Вениамин Кондратьев. Глава региона поручил в течение суток разобраться и отстранить от работы должностных лиц, причастных к гибели людей. Тот, кто вас курирует вообще жилищно-коммунальное хозяйство, вообще должен добровольно уже в лучшем случае уйти в отставку, в идеале, если уже 5 погибших там. И вам же обращали внимание, сегодня у кого, чья это свалка, ее арендуют, что за свалка, что ситуация такая? Да, это свалка, которую арендует предприятие общества с ограниченной ответственностью «Экострой Юг». Сегодня работает на месте оперативно-следственная группа отдела МВД России по Ленинскому району. Все люди, которые там работали, это граждане Узбекистана, они все легально работали, всех проверили. Они имели патент на работу. Не раз эта свалка привлекала все внимание. Это никакой не полигон твердых бытовых отходов. И если уж кому-то вы отдаете в аренду, то вы спрашиваете с арендатора за то, что вообще он там делает или просто деньги собирает. Вот нет, Алексеенко, или да, пойдем? Вот возьмите эту ситуацию под контроль и лично в течение суток доложите. Я еще раз подчеркиваю, что это непорядок в Ленинском районе вообще, жилищно-коммунальном хозяйстве. Там у них то одно, то другое, то пятое происходит. Поэтому вот системно подойдите и ответьте мне о причинах произошедших. И конкретной персональной ответственности тех, кто это допустил, а мог не допустить. Вот из должностных лиц администрации муниципального образования Ленинского района.